Всем привет! Сегодня я буду готовить вот такие вот яйца пашот. Яйца пашот у меня будут в мешочках. Посмотрите, какие они красивые. Они очень похожи вот так вот на хинкали, мне кажется, да? Вот смотрите, мне кажется, что-то похожее есть. Тесто, обычное пельменное тесто. Мягкое, овощная подушка. Я думаю, что это очень вкусный, очень сытный и полезный перекус, я бы даже сказала, салатик. Так что, если вам интересно, как я буду готовить яйца пашот в мешочках, смотрите мое видео до конца. И для этих шикарных мешочков мы берем, у меня 150 грамм просто обычного пельменного теста. Я его взяла из холодильника. У меня, как всегда, есть в холодильнике пельменное тесто, которое осталось. Вот, у меня здесь, я взвесила, кусочек отрезала, у меня здесь 150 грамм. Но я думаю, что у меня даже, может быть, немножко и останется. Два яйца и соль, просто щепотка соли. Специи можно любые. Но сегодня я хочу сделать просто вот такие вот, просто подсоленные, нейтральные, но вкусные. Итак, первым делом нам нужно раскатать наше тесто. Я, наверное, разделю пополам, чтобы... Можно через машинкой прокатать, чтобы быстрее. Ну, я вроде как бы, что здесь катать, правильно? Две лепешечки раскатаю руками. Также сюда хорошо подойдет тесто, которое мы делаем для лапши. Лапшу я делала у себя на канале. Если вам интересно, я оставлю ссылочку. Можно будет посмотреть. А, и кстати, и у меня я поставила сотейник небольшой с водой на плиту. Постепенно разогреваю. Ну, смотрите, раскатала я вот такие вот лепешечки. Вот такие вот штучки. Ну, где-то нормально, диаметр хороший, потому что на всякий случай, чтобы было удобнее. Теперь берем в небольшую пиалочку, опускаем это тесто. Вот так вот. Уже красиво, согласитесь. Подсаливаем немножко. Вода у меня уже закипела. Сейчас я уже убавила, сейчас добавлю опять. Тесто, смотрите, получилось тесто примерно 1-2 миллиметра. Чуть тоньше, чем на пельмени, или может быть как на пельмени. Разбиваю яйцо. Яйцо у меня маленькое. Предупреждаю сразу, нестандартное. Вбиваю сюда яйцо. И теперь собираем как такую, знаете, как типа хинкали. Мешочек такой собираем. Передавливаем. Вот эти лопушочки можно, конечно, для красоты и оставить, я думаю. Но это может быть, когда это будет какая-то более серьезная еда, да? Нежели просто перекусочное яйцо. Вот так вот все. Ой, аккуратненько, аккуратненько. Подправляем и отправляем его в кипяток. И второе яйцо отправляем. А это я уже вытаскиваю. Варила я его примерно 5 минут, потому что оно у меня маленькое. Ну и посмотрите, что же у нас получилось. Вот такое красивое яйцо в разрезе. Ой, вот такое оно получается в разрезе. Да что такое, не хочет открываться. Посмотрите, какая прелесть. Слой теста, слой белка и жидкий желток. Яйцо пашот в мешочках. Когда мы разрезаем, желток растекается и делает сливочным и вкусным всю нашу овощную подушечку. Это просто шедеврально. Я не знаю, вкуснее и полезней, и красивее блюда я, наверное, не видела еще. Это же супер диетическое, супер легкое, супер, супер вкусное. Овощная подушка может быть самая разная. Там может быть даже не овощи, а кусочек мяса, колбаса, я не знаю, что угодно. Да? Очень вкусно, очень быстро. И очень красиво, ну просто согласитесь, но ведь прелесть.
Так что, если вам понравился мой рецепт яйцо пашот в мешочках, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, напишите мне комментарии, видели ли вы где-либо такой же рецепт. И всем спасибо, всем пока, и всем хорошего настроения!